В минувшие выходные в Иванове прошел 7-й фестиваль спорта «Богатырь». Участники из Ивановской, Ярославской, Владимирской и других областей приехали, чтобы сразиться друг с другом и выяснить, кто сильнее. Всего около 200 конкурсантов. Организаторы отмечают, что главная задача – сделать спорт доступнее. В соревнованиях участвуют не только профессиональные тяжеловесы, но и начинающие спортсмены. Будет большой праздник спорта. Практически он уже является ежегодным. Я считаю, для города Иваново это большое достижение, потому что мы говорим о том, что спорт должен быть доступным. Этот праздник направлен именно на это, доступный спорт. Мы представляем гиревой спорт, мы представляем жимовое направление, многоповторный жим, пауэр-спорт. Программа фестиваля рассчитана на 2 дня. За это время участники и гости могли попробовать себя сразу в нескольких дисциплинах. Привычный гиревой спорт, классический жим лежа, армрестлинг, силовой экстрим. И это далеко не полный список. На фестивале представлен и набирающий популярность стрит-лифтинг, подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях с утяжелителями. Приехал поучаствовать в дисциплине по армлифтингу, потягать, немножко попробовать силу своего хвата, посмотреть на юных спортсменов, на опытных спортсменов, что-то перенять, зарядиться, скажем так, духом спортивным, к будущим стартам подготовиться и испытать себя, конечно же. Специальный гость спортивного праздника – известный блогер и атлет Виктор Блуд. Вместе с шуйским спортсменом Игорем Савченко он устроил шоу. Силачи гнули железо и разрывали стальные цепи. Это будет шоу, оно будет такое, в большей степени, наверное, импровизированное, потому что изначально я просто хотел выступить здесь на соревнованиях, но подумал, что это будет несколько скучно, поэтому решили осуществить некоторые показательные выступления. Ломание гвоздей, подъемы тяжелых гирь, возможно, подъемы людей, но это зависит от контактности публики. Разрывы карт, разрывы цепей и всяческий всевозможный вандализм в благих целях. Организаторы фестиваля подчеркивают, что, несмотря на соревновательную составляющую, «Богатырь» — это не соперничество, а единство силы и духа. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.